Привет, дорогие друзья! С вами интернет-магазин пневматики Подивдесятка.ру. Сегодня к нам на видеообзор в очередной раз попал пистолет-пулемет Кедр ПП-91, охлащенный. Вот он. Вот так вот он выглядит. По другим видеообзорам можете посмотреть. Стреляет он холостыми патронами 10 ТК, они же 10 на 19. В автоматическом режиме. Так. Подписывайтесь на наш канал на YouTube и будете получать новые свежие видеообзоры.